А финальной точкой расставания со школой станут выпускные вечера. За 5 лет расходы родителей на их организацию выросли в 1,5-2 раза. Мы пообщались с родителями 11-классников и узнали, какие затраты они несут при подготовке детей к празднику. Об этом в следующем репортаже. Для выпускника в 9 классе образ может обойтись 14 тысяч рублей, а в 11-м – в 20 тысяч. Покупка наряда на последний звонок может стать серьезным испытанием для семейного бюджета. Мы спросили родителей тверских выпускников, и они озвучили свои траты на детей при подготовке к празднику. Дорого. 1015 – это минимум. И проблема в том, что это же конец учебного года. В магазинах, к сожалению, нет большого количества выбора ни юбок, ни пиджаков, ни рубашек. Потому что это все появляется обычно к сезону 1 сентября. Ходили в магазин, покупали костюм, выбирали, волновались, примеряли. Ну, все подготовили, все у нас было куплено. Плюс организация выпускного бала после 11 класса. События, требующие от родителей еще больших затрат. Помимо наряда, необходимо оплатить и сам банкет. В среднем по России сумма, которую необходимо собрать, составляет 17 тысяч рублей. Выходит прощание со школой в копеечку. К наряду на банкет готовится вообще за год. Вы же понимаете, девочки, это особенно. Ценового диапазона 4, наверное, начинается. Если мы про платье говорим, ну, добавьте туфли, ну, 1015-20, это тоже выйдет. Банкет в ресторане 100% за городом. И, ну, если вас интересует стоимость, то если идет папа, мама и ребенок, это порядка 30 тысяч только банкет, шары, поздравления учителям и так далее. Вот на круг выходит, посчитайте. За 5 лет расходы семьи, где есть 9-классник, увеличились в 2 раза. Родители 11-классников – 1,5. Поэтому отправить ребенку во взрослую жизнь с каждым годом родителям становится все сложнее и накладнее.